Я однажды вошел во двор и понял, что меня там никто не ждет. Я однажды вошел во двор и понял, что меня там никто не ждет. Я однажды вышел во двор и понял, что меня там никто не ждет. Я однажды вышел во двор и понял, что меня там никто не ждет. Александрович.
сочиняем. Дэвид Линч, он себе мужчина. Дэвид Линч, умный, красивый. Яблочком с чаечком и пойду гулять на улицу.
пополнишь и яблочком с чаечком пойду гулять на улицу. На лавочке сидит дядя Коля, если поздороваюсь, пожелаю крепкого здоровья. На лавочке сидит дядя Коля, если поздороваюсь, пожелаю крепкого здоровья. В киоске куплю мороженку, бумажку аккуратно выкину в мусорку. В киоске куплю мороженку, бумажку аккуратно выкину в мусорку. Прихожу домой, ложусь спать совершенно счастливым. Как здорово, что я медитирую. Как здорово, что я медитирую. Как здорово, что я медитирую. Сынок, я поэт областного значения, я в жизни терпел нужду и лишения, теперь у меня с организмом конфликт. Боярышник льют метиловый спирт. И стариков, сантехников, дворников, слесарей, поэтов и просто хороших людей. Похоже, почистить пора генофонд, на кой он вам нужен этот бомонд. А что же делать и как отдыхать? Ведь жизнь одна, у них радость бухать. Ведь водка уж стоит по 200 рублей. Когда хочешь выпить, смелее дерзайка, ведь есть еще вкусная не замерзайка. Не замерзай, не замерзайка, не замерзай, не замерзай. Что за работал ты, чем?
Все вокруг
сыты. Я не насыщаюсь, как я пью воду литрами. Я слышал так про коли, сеанс экзорцизма. Лежит полный банан, сарказма и цинизма. И я тоже циник, как модный казаться. Для меня важно не быть, важно казаться. Я себе ставил шоры, хочу многого не знать. Опасно жить заметно, опасно жить прожигать. Когда меня не станет, удалите мои фотки. А на моих поминках прошу, не надо больше, ведь я нудный. Я нудный, я нудный, я нудный. Со мной очень трудно, я нудный. Я нудный, я нудный, я нудный. Со мной очень трудно, я нудный. Я нудный, я нудный, я нудный. Со мной очень трудно, я нудный. Я нудный, я нудный, я нудный. Со мной очень трудно. Yeah.
Смеется, когда
заходит врач и говорит: пора колоться. Здоров на Пижека улыбается, съёт, лежит и снова свои шутки сочиняет. Он просит старосту: эй, друг, скажи, ракета. Тут скажет, а сжег ему твой папа, начальник туалета. Комнатный ветросян, комнатный ветросян, комнатный ветросян. Я не могу сказать, где твои деньги, ведь я пропил.
девичья пропила. Спасибо, группа «Лосиный маршал» подчеркнули.